Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска, двигатель 3 литра дизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров, заменю в нем масло в заднем редукторе. Поднимаю автомобиль, сливаю масло. Перед подъемом автомобиль поставлю в режим домкрата. Все, режим домкрата включен. Теперь можно поднимать. Выбирается режим вот этими кнопками. Поднял автомобиль. Вот у нас заливная пробка, а вот у нас сливная пробка. Шестигранник на 8. Однако здесь головочка будет не подлезть. Откручиваю сначала заливную. Масло не бежит. Сделаю крючок и проверю наличие масла. Масло есть. По мануалу здесь вроде бы как 1,2 литра масла должно ходить. Ставлю тазик и откручиваю заливную сливную пробочку. Масло темное, но не грязное. Это радует, хоть в редукторе его меняли регулярно. А вот масла вытекло мало. Ставлю новые пробки. Номер пробки оригинальный 0AA409057. Пробочка идет в комплекте с резиновым кольцом. Масло стекло, наживляю, и подтягиваю. Здесь сильно тянуть не надо, достаточно такого усилия, чтобы она не открутилась. Смою здесь подтеки масла. Масло заливать буду фирмы Castrol 75W90. Номер для заказа 154FB4. Снимаю пломбу. Поднимаю носик и заливаю. Так, а вот здесь будет неудобно. Одену на носик шланг. Вот таким образом. И выдавливаю масло. Одна банка ушла, литр масла. Перекручиваю вторую. Дождь расходится.
заливаю вторую банку, ну, вернее, не вторую банку, из второй банки я налил 200 грамм, чтобы объем не превышать, даже если он не побежит через пробку, то я залью 1,2, как положено. Но это будет в любом случае больше, чем то, что было. Стекло, масло около литра. Все. Масло залил 1,2 литра. И похоже, масло потекло через уровневую. Самый краешек. Также беру новую пробку. Новая пробка здесь, что сливная, что заливная, одинаковая. Магнита на них нету. Ну, тоже до безумия я ее не затягиваю. Смываю очистителем карбюратора. Протираю. И никаких разводов не остается. На этом все. Замену масла в заднем редукторе я закончил. Всего вам доброго. И по окончанию работы не забываем снять автомобиль с режима ручного, с режима домкрата. Вот выбираем сетап домкрат, выбираем режим и выбираем выключить. Все.